Сегодня день памяти жертв политических репрессий. 30 октября 1974 года осужденные, отбывающие наказание в мордовских и пермских лагерях, начали голодовку против политических репрессий в СССР. Однако гонения на идеологических врагов начались значительно раньше. Всего с 1918 по 1989 годы в нашей стране были осуждены и погибли в лагерях и тюрьмах около 100 миллионов человек, практически половина населения. Придя к власти, большевики начали переписывать историю, безжалостно вычеркивая из нее имена политических оппонентов, меньшевиков, эсеров, кадетов. Пик репрессий пришелся на 30-е годы, когда врагами Родины объявили миллионы человек. Часть их была расстреляна, часть погибла в лагерях. В Чувашии, по официальным данным, советская система погубила свыше 14 тысяч человек, а скольким поломала жизнь, невозможно сосчитать. В Чебоксарах тела расстрелянных закапывали на окраине городского кладбища по улице Богдана Хмельницкого. Символично, что памятник жертвам советской идеологии здесь установили в 1991 году, немногим позже августовского путча, после которого деятельность КПСС была прекращена. День жертв политических репрессий – еще одно напоминание о том, что нельзя заставлять человека выбирать между духовной свободой и жизнью. Эти понятия неразделимы.